Быть собой – это самый важный путь, самый сложный и самый кропотливый. Я верю, что любое творчество дает свободу, полет души и ощущение сопричастности со своим истинным «я», со своим внутренним творцом. Я верю, что творчество – это главный наш ресурс и главная ценность. Пение – это тоже творческий акт. Петь – это не просто красиво издавать звуки. Пение – это про целостность и внутреннее содержание. Пение – это про свободу своей души. Пение дает возможность прожить состояние изобилия, любви, свободы, радости, полета. Пение – это ультраполезно всем. Не по правилам, а по искренним эмоциям. Ведь наша цель не просто хорошо петь. Наша цель – получать удовольствие от процесса.